Сегодня у нас с вами 7-я глава, которая называется «Принцип контекстуальности». Собственно говоря, глава, с одной стороны, немножко историко-философская, с другой стороны, она нужна Линнебе для того, чтобы посредством вот такого историко-философского исследования того, что говорил Фреге про принцип контекстуальности, изложить, сделать более ясными свои, собственные методологические основания. То есть вот этот самый принцип контекстуальности. Итак, что у нас происходит в первой части под названием «Введение»? Ну, собственно говоря, Линнебе нам опять рассказывает о том, что идею тонких объектов мы впервые, грубо говоря, находим у Фреге, и, собственно говоря, в самом сердце стратегии объяснительной Фреге находится вот этот самый принцип контекстуальности. И вот такая базовая самая его формулировка, она следующая. Значение слова нужно спрашивать не в его обособленности, а в контексте предложения. Дальше на протяжении доклада я цитаты из Фреге в основном брала из перевода Суровцева. Ну, собственно говоря, вот основоположений арифметики. Итак, что значит у нас дальше? Что волнует Линнебе в этой главе? С традиционной точки зрения, с традиционной интерпретацией считается, что принцип контекстуальности – это фундаментальный принцип в основоположениях арифметики, там для Фреге это центральный принцип, но уже в основных законах арифметики этот принцип отвергается. И приводятся основные три причины, ну или, грубо говоря, там три аргумента в пользу того, что Фреге не придерживался принципа контекстуальности в основных законах арифметики. Эти три причины мы разберем дальше, когда, собственно говоря, Линнебе будет их критиковать и выдвигать возражения этим трем аргументам. Ну и, собственно говоря, все это делается для того, чтобы продемонстрировать саму интерпретацию Линнебе. То есть с его точки зрения, значит, первое положение, первый тезис у нас сохраняется, то есть да, действительно, принцип контекстуальности – это фундаментальный принцип в основоположениях арифметики, но и таким же он остается фундаментальным в основных законах арифметики. То есть традиционная точка зрения на то, что развитие там дальнейшее философских взглядов и логических Фреге привело к тому, что он отказался со временем от принципа контекстуальности, эта точка зрения анализа не выдерживает с точки зрения, опять же, Линнебе. Ну и вот, собственно говоря, первая часть, которая начинается. Основной вопрос, который интересует Фреге, в рамках которого, в общем-то, ответа на который возникает сама идея принципа контекстуальности, это вопрос о том, каким образом нам даны числа. То есть каким образом нам может быть дано число, если мы не в состоянии обладать его представлением или созерцанием. Ну, собственно говоря, вот в английском варианте там стоят, если у нас не может быть никаких идей или интуиций, собственно говоря, этих чисел. Ну вот, видимо, как раз-таки отсылка к немецкому переводу, то есть который у нас переводит через представление и созерцание. Ну и, собственно говоря, вопрос понятный, который мы уже тоже обсуждали, что если объекты обыденного повседневного мира могут нам быть даны там посредством зрения, посредством каких-то еще органов чувств, то возникает проблема с объектами, которые имеют более абстрактную природу. Непонятно, каким образом мы тогда используем слова, непонятно, каким образом мы используем понятия, к чему, собственно говоря, они отсылают, на что они указывают, то есть какова их референция, если мы не понимаем, каким образом они нам даны. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы ответить на этот вопрос, Фреге и начинает с того, что вводит так называемый принцип контекстуальности, который звучит следующим образом. Слова обозначают нечто только в контексте предложения. Стало быть, все идет к тому, чтобы объяснить смысл предложения, в которое входит числительное. Ну, то есть это я в скобочках пометку сделала, что то есть слово, которое обозначает число. Если мы вот эту цитату попробуем понять с точки зрения того, что же нам нужно делать для того, чтобы выяснить референцию вот этих самых слов, обозначающих чисел, то есть числительных, то фактически мы должны трансформировать вопрос о референции сингулярных термов, то есть вот этих самых числительных, вопрос о значении сложных предложений, в которых эти числительные появляются. Для того, чтобы, ну вот если мы будем придерживаться этого принципа контекстуальности, возьмем и трансформируем
один сложный вопрос в другой более простой вопрос, у нас все равно может возникнуть проблема, как бы, ну, трансформировали, да трансформировали, как у нас был этот сингулярный терм, непонятный нам, так он и остался. Ну, для того, чтобы это снова сингулярный терм у нас не повторялся, это самое числительное не повторялось в нашем более легком вопросе, мы должны придерживаться второго, скажем так, принципа или, скажем так, конкретизации принципа контекстуальности под названием воспроизведение значения, ну или там репродукция значения. То есть мы должны воспроизвести содержание этого предложения, то есть сложного некоторого, другим способом, не используя сингулярные термы, чью референцию мы пытаемся объяснить. Когда мы трансформируем сложный вопрос в более простой вопрос, в этом более простом вопросе вот этих сомнительных числительных появляться не должно. Ну или каких-либо других сингулярных термов, чью референцию мы как раз пытаемся объяснить. То есть мы должны таким образом воспроизвести суть нашего основного первого сложного предложения, чтобы избавиться во втором более легком предложении от вот этих вот самых проблемных терминов. Ну и вот, естественно, пример, про который у нас часто уже возникал, что если у нас есть более сложное предложение, направление линии А равно направлению линии Б, соответственно, вот он наш сомнительный сингулярный терм про направление, непонятно к чему он отсылает, на что он указывает, какова его референция. Мы, соответственно, применяем принцип контекстуальности, трансформируем вопрос сложный в вопрос простой и придерживаемся принципа воспроизведения значения. Мы избегаем использовать в нашем более простом предложении вот этот сомнительный сингулярный терм, то есть направление. И у нас получается, соответственно, предложение о том, что линия А параллельна линии Б. Мы избегаем сомнительного термина направления и просто сводим, в общем-то, наш вопрос к вопросу о референции самих линий. Уже никакие направления здесь не появляются. А вот, собственно говоря, таким образом мы и должны разбираться с тем, что значит, ну, то есть отвечать на вопрос, как нам даны числа. А, собственно говоря, дальше Линнеба нам говорит о том, что принцип контекстуальности Фреги на протяжении основоположения арифметики формулирует несколько раз, и эти несколько раз они не всегда имеют одну и ту же формулировку, что, собственно говоря, порождает определенные двусмысленности в понимании этого принципа у философов. И вот он выделяет четыре основные формулировки, которые встречаются в основоположениях арифметики. Ну, то есть вот ПК-1, ПК-2, ПК-3 и ПК-4. В зависимости от того, какую формулировку кто-то использует, на какую формулировку кто-то опирается, так, соответственно, он и понимает этот принцип контекстуальности. И далее, собственно говоря, Линнеба как раз будет показывать три возможные интерпретации вот этого самого принципа контекстуальности. То есть где какой мы берем из этих четырех, где какую из этих четырех формулировок мы берем, и что у нас в итоге получается. Если мы будем опираться на первую часть принципа контекстуальности под номером 2 и 3, то мы будем придерживаться, скорее всего, интерпретации, которую Линнеба называет интерпретация о необходимом условии наличия значения, ну, какого-то выражения. То есть, если субстанциональное выражение Е имеет значение, то Е встречается в выражении, имеющем значение. Соответственно, это означает, что у выражения Е нет никакого самостоятельного значения. И это значение у него появляется только тогда, когда оно встречается в каком-то более крупном выражении, у которого это значение имеется. Собственно говоря, это такой, как говорит нам Линнеба, достаточно стандартный способ интерпретации принципа контекстуальности. Но у этого способа интерпретации, у этой интерпретации есть, собственно говоря, две связанные друг с другом проблемы. Первая проблема – это такая проблема вообще соотнесения принципа контекстуальности и традиционного подхода в лингвистике о том, что, собственно говоря, у слов, то есть у минимальной единицы, у которой имеется некоторое самостоятельное значение, вообще-то все-таки имеются самостоятельные значения. То есть это входит в противоречие, в прямое противоречие с вот такой интерпретацией принципа контекстуальности. Возникает вопрос, ну, неужели Фреги мог такое допустить? Ну и вторая проблема, которая возникает с этой интерпретацией, она заключается в том, что, в общем-то, Фреги сам придерживался принципа композициональности. И
если он придерживался принципа композициональности, то, собственно говоря, он должен был понимать, должен был тоже считать, что вот эти самые субстанциональные выражения или какие-то индивидуальные слова все-таки тоже должны иметь собственные самостоятельные значения. Если они их не имеют, то принцип композициональности не соблюдается. Что предлагает Линнебе? Как он предлагает выйти из этих двух проблем? Он предлагает разграничить понимание выражений как токены выражения и как типы. То есть, когда речь идет о токенах, то есть о каких-то более индивидуальных, более единичных понятиях, то тогда возникает действительно вот это самое противоречие в интерпретации. Но если мы будем говорить уже о типах выражения, то есть не о токенах, о чем-то более общем, то тогда никакой интерпретации, никакого противоречия у нас не возникает. В таком случае наше вот это самое необходимое условие наличия значения, или это наша вот первая интерпретация, она нам будет только говорить о том, что необходимое условие наличия значения утверждает только то, что ни один тип субстанционального выражения не может иметь значение до тех пор, пока он не встречается в другом типе предложения, у которого уже имеется значение. Ну и, собственно говоря, тогда получается, что у нас и у слов есть самостоятельные значения, и, собственно говоря, и принцип композициональности Фреги тогда не нарушается. Но, собственно говоря, так как эта интерпретация у нас все равно оказывается несколько сложной, несколько сильной, требующей, вот, чтобы у нас самостоятельных значений не приписывалось индивидуальным каким-то элементом или вот этим самым субстанциональным выражением, и эта интерпретация полностью не соответствует оставшимся принципам контекстуальности, которые у нас были, Линнебе предлагает нам посмотреть на вторую интерпретацию. Вторая интерпретация основывается на второй части того, что заложено в принципе контекстуальности под номером 2 и под номером 3. Собственно говоря, здесь речь идет уже о только достаточном условии наличия значения, то есть если субстанциональное выражение «е» встречается в предложении, имеющем значение, то «е» имеет значение. Это уже менее сильная версия того, что было сказано в первой интерпретации. Ну и, собственно говоря, здесь с точки зрения Линнебе как раз-таки принятие вот этого самого условия, то есть вот при такой интерпретации у Фреги действительно возникает возможность применения принципа контекстуальности, то есть вот это самое идеи трансформации, вопрос о референции каких-то проблематичных сингулярных термов, вопрос о значении сложных предложений, в которых эти проблематичные термы входят. То есть фактически вот, собственно говоря, сам принцип контекстуальности, который должен быть. Ну и, собственно, сама идея Линнебе заключается в том, что, скорее всего, Фреги придерживался... Идею Фреги лучше понимать при помощи третьей интерпретации, так называемого объяснения значения на сентенциональном уровне, то есть на уровне предложения, ну или по-другому, как Линнебе называет это, объяснительный принцип. При такой интерпретации из нее следует и первая интерпретация, и вторая интерпретация. То есть, соответственно, она такая более общая, более базовая. И основывается она на принципе контекстуальности под номером 1 и под номером 4. То есть значение субстанционального выражения «е» может быть объяснено только через его вклад в значение предложений, в которые «е» встречается. Ну и вот, как я уже сказала, что этот объяснительный принцип для Фреги лежит в основании принятия двух интерпретаций о необходимом условии наличия значения и достаточном условии наличия значений. Вот, собственно говоря, это первая такая содержательная подглава, подпараграф, параграф, который, в котором Линнебе разбирает идею принципа контекстуальности. Затем, как мы выяснили в самом начале, что у Фреги принцип контекстуальности конкретизируется в идее воспроизведения значений. Ну вот, собственно говоря, Линнебе переходит теперь к разбору этого пункта. Вот этой вот фрегианской идеи воспроизведения значения. Что здесь происходит? Для того, чтобы разобраться с этим, нам необходимо, опять же, обратиться к предложениям тождества или равенства, в которых встречаются числительные. Ну, мы это тоже все разбирали, в том, что вот этот вот решеточка f равно решеточка g,
где решеточка F и решеточка G у нас обозначают понятие термов, то есть число F, число G и так далее. Суть сама воспроизведения значения состоит в соблюдении, как это формулирует Линнеба, требований элиминации. То есть для Фрейге возможность соблюдения данного требования основывается на принятии принципа Юма, который мы тоже разбирали, и который сам по себе подводится уже под более общий, под более обобщающий принцип абстракции, который мы, собственно говоря, тоже разбирали. Ну и, собственно говоря, вот мы сами эти понятия элиминируем. Мы видим с вами, что в правой части у нас уже решеточки исчезают. Основная проблема, которая возникает здесь, она связана с тем, что принцип Юма, на который вроде как опирается здесь Фрейге при идее воспроизведения значения, это импредикативная абстракция, которая фактически с требованием элиминации несовместима. То есть это то, о чем нам в прошлый раз Илья рассказывал про предикативную абстракцию и импредикативную абстракцию. И о том, что импредикативная абстракция, какой бы она удобной ни была, все равно вынуждает нас от нее отказаться в связи с наличием определенных проблем. Какое решение? Решение точно такое же, как было, собственно говоря, в предыдущей главе. То есть использовать предикативную абстракцию. Да, она менее выразительная, да, она нам дает меньше возможностей для выражения, но зато не возникают определенные сложности, которые возникают с импредикативной абстракцией. Ну и таким образом, если мы используем предикативную абстракцию, то требование элиминации сохраняется, и сама суть вот этого принципа воспроизведения значения тоже сохраняется. То есть мы можем с точки зрения Фрейге тогда воспроизводить значение предложений, которые нас, в которых встречаются те сингулярные термы, которые нас интересуют, например, числа, направления и прочее, в предложениях уже более простых, где эти термины отсутствуют, то есть где мы их элиминируем. Ну и, собственно говоря, дальше. Так, сейчас, секунду. Ну дальше вот, собственно, пример того, что мы делаем с воспроизведением значения при параллельности прямых. Два направления равны, если линии, чьими направлениями не являются, параллельны. Да, тоже мы все видели. И здесь возникает идея расчленения. Я, по крайней мере, так решила перевести этот глагол recurves. Вопрос именно о расчленении одного и того же содержания двумя разными способами. То есть мы элиминируем сингулярные термы, но содержание-то мы же должны оставить то же самое для того, чтобы сохранилось наше значение сложного предложения в предложении более простом. Ну и, соответственно, это происходит тогда, когда мы понимаем вот этот процесс элиминации как процесс расчленения. То есть содержание остается одно и то же, но расчленяются они, то есть выделяются они двумя разными способами. Но, как говорит нам Линнеба, мы должны понимать, что вот эта вот идея расчленения содержания, она все-таки для Фрейге в основоположениях арифметики является подчиненной принципу контекстуальности. Мы все-таки должны понимать, что в основоположениях арифметики Фрейге был больше привержен именно принципу контекстуальности, нежели идее вот этого самого расчленения содержания. Теперь посмотрим, что же происходит в основных законах арифметики. И вот перейдем к традиционной интерпретации и тем самым трем причинам или трем аргументам, в результате которых, на основании которых исследователи придерживаются идеи того, что принцип контекстуальности в основных законах арифметики Фрейге уже не придерживался. Первый аргумент в пользу такого тезиса заключается в том, что в основоположениях Фрейге проводит логическое различие между категориями имени собственного и предложения. И, собственно говоря, принцип контекстуальности поэтому соблюдается. В основных же законах Фрейге такого различия не проводит. Предложение для него, как категория, оказывается подчиненным категории имени собственного. То есть предложение – это просто сложное имя собственное, денотатом которого является его истинностное значение. Ну и, соответственно, раз этого логического различия более не проводится, то и принцип контекстуальности не соблюдается. Возражение, которое выдвигает Линнеба этому аргументу, во-первых, состоит в том, что Линнеба, в общем-то, приводит
отрывки из основных законов арифметики Фрейги, ну, то есть фактически дает материал для интерпретации, на основании которого показывает, что данный аргумент первый, он не является успешным. И, в общем-то, на основании этого, на основании интерпретации материала текстового, вот Линнеба приходит к следующим выводам. Что, во-первых, основной вопрос для Фрейги как в основных законах, так и, собственно говоря, в первой работе остается тем же самым. Это точно так же его по-прежнему интересует вопрос о том, как нам даны абстрактные объекты. Во-вторых, сам принцип контекстуальности остается тем же самым, то есть его основная суть, центральная идея. То есть имя, собственно, имеет референцию благодаря тому, какой вклад оно делает в значение более широких контекстов, в которых оно встречается. То есть то самое, что мы разбирали в предыдущей части. Ну и, собственно говоря, объяснительная стратегия остается той же самой. То есть принцип контекстуальности по-прежнему нужен для того, чтобы трансформировать проблему объяснения референции класса определенных имен собственных в проблему объяснения значений более сложных выражений, в которых эти имена встречаются. И трансформация осуществляется за счет демонстрации того, как значения более сложных выражений могут быть воспроизведены без использования упомянутого класса имен собственных, ну, собственно говоря, в уже выражениях, которые являются более простыми. И здесь вот он, Линнеба, нам дает такую, скажем, табличку небольшую о том, чтобы посмотреть, как изменяется понимание Фрейги вот этих двух основных принципов, которые включаются в принцип контекстуальности, то есть принцип трансформации проблемы, то есть сама суть принципа контекстуальности. И вот дополнительно этот принцип о воспроизведении значения. Как эти два принципа изменяются в каждом из, в каждой из работ, то есть в основоположениях и в основных законах. То есть, если мы посмотрим на основоположение, то референции, вопрос о референции имен собственных у нас сводится или редуцируется к вопросу о значении предложений, в которых встречаются эти имена собственные. В основных законах же, соответственно, вопрос о референции имен собственных у нас редуцируется к вопросу о референции более сложных имен собственных, а это у нас и есть предложение. И второй этап, то есть воспроизведение, в основоположении у нас речь идет о расчленении значения, то есть по подаче значения двумя разными способами. И в основных законах речь идет о фиксации референции сложного имени собственного уже без разложения на его части. То есть если в основоположениях мы расчленяли, разлагали на эти части, то есть по обе стороны от знака равенства, то в основных законах уже нет. То есть, собственно говоря, воспроизведение значения изменяется частично. Сама же принцип контекстуальности, сама вот эта идея того, что мы трансформируем более сложный вопрос, более простой, она остается той же самой. То есть как раз-таки вот основной тезис Линнеба о том, что никаких принципиальных изменений не произошло во взглядах Фрейги на принцип контекстуальности, вот он опровергает этот самый первый аргумент. Второй аргумент, который выдвигают обычно в пользу того, что Фрейги отказался от принципа контекстуальности, заключается в том, что, по всей видимости, принцип контекстуальности несовместим с принципом композициональности. Ну вот, Линнеба дает тоже, опять же, его традиционную формулировку, что семантическое значение сложного выражения определяется как функция от семантического значения к частям выражения, входящим в его состав. В чем заключается сложность? Почему они оказываются несовместимыми? Прежде всего потому, что они предполагают разные направления объяснений. То есть принцип контекстуальности предполагает объяснение снизу вверх, то есть восходящее объяснение. Референция сложных выражений объясняется в терминах семантических свойств их частей, то есть более простых выражений. А принцип композициональности предлагает объяснение сверху вниз, то есть нисходящее объяснение. Что референция имен собственных объясняется в терминах семантических свойств более сложных выражений, в которых встречаются эти имена. Ну и, собственно говоря, раз это два различные объяснения, то Фрейги не мог одновременно придерживаться и того, и другого. Значит, ему нужно было выбрать какой-то один из этих. Принцип композициональности, как мы знаем, в основных законах арифметики играют точно фундаментальную роль. Значит, скорее всего, Фрейги отказывался от принципа контекстуальности. Какое возражение выдвигает Линнеба для второго аргумента?
Он говорит о том, что указанная несовместимость принципа контекстуальности и принципа композициональности возникает только тогда, когда мы интерпретируем принцип контекстуальности согласно первой интерпретации, то есть как необходимое условие наличия значения. То есть когда мы отрицаем наличие значения у отдельных слов. То есть индивидуальных значений у слов нету, они появляются только тогда, когда они включены в какое-то более сложное выражение, предложение. Но, как мы уже видели с вами, эта интерпретация не совсем верная. То есть с точки зрения Линнеба, как он нам показал, эта интерпретация слишком сильная, и она основывается только на части формулировок принципа контекстуальности в основоположениях. Мы не можем полностью ей придерживаться. Соответственно, мы должны придерживаться другой интерпретации, которая говорит нам о том, что смысл принципа контекстуальности не в том, чтобы отрицать наличие значений у отдельных слов, а в том, чтобы указать на то, каким образом их значение может быть объяснено, точнее, так, указать на то, что их значение может быть объяснено только в терминах того, какой вклад они вносят в значение полных предложений. Но это не означает, это не тождественно тому, что у них вообще нет никаких значений самостоятельно. То есть, фактически, это означает, что вторая интерпретация, где мы говорили про достаточные условия наличия значения, и третья, более, скажем так, базовая, более контекстуальная интерпретация Линнеба про объяснительный принцип, про объяснительную стратегию Фреге. В общем-то, эти обе интерпретации принципа контекстуальности оказываются совместимы с принципом композициональности, и никакой проблемы здесь не возникает. Фактически, у нас... Принцип контекстуальности связан с объяснением значения, а принцип композициональности связан с определением значения. То есть это две совершенно разные вещи, грубо говоря, объяснение и определение значения. И говорить о том, что здесь какой-то принцип какому-то противоречит, просто нельзя. Третий аргумент в пользу того, что Фреге отказывается в основных законах арифметики от принципа контекстуальности, это аргумент о том, что Фреге в основных законах арифметики критикует так называемые созидательные определения. Я честно не знаю, как это переводится на русский язык, но вот в английском стоит creative definitions. То есть это такие определения, в результате которых фактически создаются новые объекты. В общем-то, поэтому они как бы и созидательны. Раз эта критика Фреге предполагает критику принципа контекстуальности, эти определения являются в каком-то смысле контекстуальными определениями, то, собственно говоря, раз он их критиковал, значит, он имплицитно и критиковал принцип контекстуальности. И, значит, он от него отказывался. Какое, в общем-то, возражение выдвигает Линнеба третьему аргументу? Ну, он говорит о том, что для Фреге перевод, то, что в английском называется вот этим словом conversion, он не тождественен определению. И поэтому беспокоиться о том, как совместить между собой критику вот этого самого перевода и критику принципа контекстуальности не следует. И даже тот факт, что Фреге задается этим вопросом сам, то есть здесь Линнеба нам прямо приводит цитату из Фреге, где он говорит о том, что вот этот самый conversion, то есть перевод в базовом логическом законе не должен пониматься как определение. Собственно говоря, этот факт того, что Фреге задается этим вопросом и дает ответ на него, говорит о том, что Фреге был осведомлен о возникновении такой проблемы, и раз он сам эту проблему видел и дал, предложил какое-то для нее решение, то, соответственно, мы будем считать, что этого достаточно для того, чтобы третий аргумент у нас не проходил и считался неуспешным. Ну и вывод по такому исследованию Линнеба вот этих трех аргументов традиционной интерпретации. Все эти три аргумента неуспешны. Следовательно, Фреге не отказывался от принципа контекстуальности в основных законах арифметики и той объяснительной стратегии, в которой этот принцип фигурировал. Изменения, которые есть и которые могут каким-то образом повлиять на то, что у кого-то может возникнуть идея того, что Фреге все-таки отказывался от принципа контекстуальности, они просто связаны с дальнейшим развитием взгляда Фреге, ну, в частности, вот композициональной семантики, вот этого самого принципа композициональности и так далее. Но суть принципа контекстуальности осталась неизменной по сравнению с основоположениями, которые мы рассмотрели ранее. Дальше следующий параграф, в который
собственно говоря, если я не ошибаюсь, содержательно он у нас уже будет последний. Здесь Линнебе пытается разобраться с тем, какие объяснительные стратегии возникают в рамках, вот это, в рамках того, когда Фреге придерживается принципа контекстуальности. Он рассмотрит таких объяснительных стратегий. Первые две, они основываются на основоположениях, а третья на основных законах арифметики. Ну и такое маленькое тоже введение, что здесь будут рассматриваться два языка. Базовый язык, в котором, например, у нас есть понятие линий, и расширенный язык L1, в котором у нас есть понятие направлений. Идея заключается в том, чтобы воспроизвести значение каждого предложения из расширенного языка посредством, ну, фактически перевода и появления предложений на базовом языке. Ну, то есть это то, что мы тоже разбирали. Расширенный язык у нас будет тоже двухвидовым. Один вид у нас для, собственно говоря, будет линий, другой для направлений. Ну, и вот это вот маленькая тау с L1 на L0, это фактически у нас вот этот самый перевод. И что у нас возникает? Возникает первая стратегия, которая называется ультратонкая концепция референции. В этой объяснительной стратегии мы, собственно говоря, совмещаем наш принцип контекстуальности и саму ультратонкую концепцию референции. Соответственно, согласно этой концепции, выражение имеет референцию тогда, когда у него есть все требуемые синтаксические и инференциальные свойства сингулярного терма, и второе, когда оно находится в соответствующем каком-то истинном предложении. Единственное семантическое требование, которое у нас здесь есть, оно выражено под буквой B, то есть о том, что наше выражение находится в истинном предложении. Ну и, соответственно, в результате у нас получается, как пишет Линнебе, очень сильно не требующее, не накладывающая каких-либо обязательств на референцию концепция. То есть концепция референции с минимальными требованиями. Вот это самая ультратонкая концепция референции, в которой все сингулярные термы расширенного языка имеют референцию. Ну и таким образом мы, получив эту самую концепцию ультратонкую, мы и получаем ответ на вопрос, как нам даны числа. То есть, собственно говоря, приходим к ответу на тот основной вопрос, который Фреге волнует. Какие сложности возникают в этой концепции? Ну, то есть помимо тех, которые уже Линнебе были рассмотрены, вот он говорит, что основная фундаментальная сложность, которая возникает, это сложность совмещения ультратонкой концепции референции с принципом композициональности. Ну вот, собственно говоря, формулировку принципа композициональности я воспроизвела. И что у нас здесь возникает? Приписывание семантического значения происходит только на синтенциональном уровне, то есть на уровне предложения. Субсинтенциональным выражением семантические значения не приписываются. Следовательно, сингулярные термы расширенного языка не имеют значений, они семантически бесполезны. То же самое происходит и с предикатом тождества. Ну, фактически, это вот та же самая проблема, та же самая сложность, которая уже обсуждалась просто без отсылки к ультратонкой концепции референции, что здесь у нас принцип композициональности рассматривается как принцип, который отрицает наличие значений у вот этих самых субсинтенциональных выражений, ну, у индивидуальных слов, например. Что мы можем сделать? Мы можем попробовать наложить семантическое ограничение на первую стратегию и таким образом получить вторую стратегию, которую Линнебе называет как семантически ограниченное расчленение содержания. Вот этот самый рекарвинг. Чтобы избавиться от проблемы семантической бесполезности вот этих наших субсинтенциональных выражений, мы накладываем семантическое ограничение, которое заключается в том, что мы сразу говорим, что предикат тождества имеет стандартную семантическую интерпретацию как выражающее отношение тождества. Соответственно, благодаря этому сингулярные термы у нас интерпретируются как указывающие на объекты. Ну, в противном случае у нас отношение тождества не могло бы иметь своих элементов, потому что тогда оно бы ни на что не указывало. В общем-то, опять же, какие сложности у этой стратегии?
Здесь Линнеба выделяет две основные сложности. Первая – это, собственно, экзегетическая сложность, ну, скажем так, историко-философская. Она заключается в том, что по сравнению с основоположениями в основных законах арифметики Фреге отказывается от вот этого принципа расчленения содержания, как мы вот уже видели на том слайде, где была табличка. Отказывается он от этого принципа в пользу трансформации, которая просто сохраняет истинностное значение. Ну вот в результате трансформации истинностное значение сохраняется. Но принцип контекстуальности у Фреге по-прежнему остается. Опять же, в той же самой табличке это было видно. Следовательно, принцип контекстуальности мы должны отделить от идеи расчленения содержания. И, значит, с этой стратегией уже определенные вопросы возникают. Ну и, собственно говоря, сама содержательная проблема, которую указывает Линнеба. На понятие значения в рамках этой стратегии накладываются два несовместимых друг с другом требования. Первое – это требование расчленения, второе – это требование определения референции. Посмотрим на них подробнее. Что такое требование расчленения? Значит, значение должно быть достаточно грубым, чтобы два предложения могли иметь одно и то же значение, даже в случае различия их синтактико-семантических структур. И требование определения референции. Значение должно быть достаточно тонким, чтобы референция сингулярных термов, встречающихся в предложении, определялась значением и синтактико-семантической структурой предложения. То есть нам непонятно, что, каким, в общем-то, у нас должно быть понятие значения в рамках вот этой второй стратегии. И если мы можем в концепции Фреге найти такие понятия, которые могли бы удовлетворить какому-либо из этих требований, оказывается, что найти понятие, которое удовлетворяет им обоим, не получается. В случае требования расчленения нам, в принципе, подходит понятие вообще в самой фрегианской референции или, например, множество возможных миров. Но оба эти понятия не удовлетворяют требованию определения референции. Если же мы найдем такое понятие, которое удовлетворяет требованию определения референции, то есть, например, понятие фрегианского смысла, которое полностью подходит под это требование, но это понятие, в свою очередь, не удовлетворяет требованию расчленения. Соответственно, одного понятия, которое удовлетворяло бы обоим требованиям, найти невозможно. Можно, конечно, попробовать поискать такое понятие. И здесь Линнеба нам говорит про понятие концептуального содержания, которое вроде как развивает Хейл в своей работе, значит, 97-го года. Однако со ссылкой на критику Файна Линнеба говорит о том, что эта идея, эта стратегия о том, чтобы найти такое понятие, то есть развить вот это понятие концептуального содержания, оно оказывается неуспешным. И вот в аппендиксе он про это говорит, но аппендикс мы не разбираем. Соответственно, вторая стратегия у нас тоже оказывается какой-то не такой. Здесь, собственно говоря, стратегию, которую поддерживает Линнеба, стратегия, которая основывается на основных законах, это стратегия так называемая метасемантическая интерпретация, и суть ее заключается в следующем. Для того, чтобы изложить суть, собственно говоря, этой стратегии, Линнеба сначала формулирует основную проблему, которая вообще встречается в рамках вот вопроса о том, как нам даны объекты и прочее. Достаточные условия для референции сингулярного терма не включают в себя референт этого терма или включают его каким-то иным способом. То есть, вот здесь цитата, условия связаны с референцией полных предложений, в которых отсутствует этот терм. Но как тогда это условие может быть достаточным для существования референта? То есть, фактически, в достаточном условии у нас не указывается референт терма, значение которого мы хотим выяснить. Что с этим делать? Вот, собственно говоря, ответ на решение этой проблемы, ответ, который предлагает Линнеба, он фактически говорит нам о том, как нам даны абстрактные объекты. Значит, принцип контекстуальности должен пониматься как метасемантический принцип, который связан с вопросом о том, каким образом конституируются референции. Во-первых, у нас существуют более базовые факты, благодаря которым возникает отношение референции. Мы не должны рассматривать факт того, что некоторое выражение указывает на какой-то объект, рассматривать это как метафизический факт, то есть просто, что есть определенная какая-то связь между выражением и объектом. Должны существовать какие-то более базовые факты, благодаря которым как раз эта референция возникает. Эти базовые факты
факты мира, благодаря которым некоторый абстрактный терм указывает на объект, не должны включать в себя сами этот абстрактный объект. То есть абстрактный объект оказывается исключенным из уровня базовых фактов. И в результате такого подхода математические объекты у нас конституируются в соответствии с их модальным профилем, как необходимо существующие сущности. На уровне базовых фактов их у нас не существует, но на, соответственно, на уровне базовых фактов этих абстрактных объектов у нас не существует, они существуют на уровне небазовых фактов. Какие сложности могут возникнуть с этой стратегией? Основная сложность, в которой, скажем так, интерпретацию Линнеба обвиняют, заключается в редукционизме. Ну, это как бы очевидно, собственно говоря, у нас требование редукции, элиминации было рассмотрено в самом начале, когда мы разбирали, в чем заключается этот самый принцип контекстуальности. Сингулярные термы действительно указывают на объекты, но достаточные условия для референции терма не включают в себя никакого референта. Линнеба говорит, что никакой сложности, никакой проблемы в этом в том, что имеется такой редукционизм, нет, потому что это редукционизм на метасемантическом уровне, где говорится о том, что референция к абстрактным объектам конституирована более базовыми фактами, которые не включают в себя эти абстрактные объекты. То есть фактически вот то, что было сказано уже на предыдущем слайде. Ну и заключение в качестве выводов основных, которым приходит Линнеба. Значит, принцип контекстуальности – это фундаментальный принцип в основоположениях арифметики. Он остается таким же фундаментальным и в основных законах арифметики, так как сохраняется сама объяснительная стратегия, в которой этот принцип фигурирует. Принцип контекстуальности необходимо отделить от идеи расчленения содержания. То есть мы уже видели, в самой табличке было показано, что расчленение содержания в основных законах у нас уходит, а принцип контекстуальности сохраняется. Также принцип контекстуальности необходимо отделить от идеи ультратонкой референции. То есть принцип контекстуальности не ведет к идее ультратонкой референции, только вместе. Они, собственно говоря, дают нам определенную концепцию того, как у нас происходит референция к абстрактным объектам. И принцип контекстуальности следует интерпретировать как метасемантический принцип. То есть вот это самая третья стратегия, которой Линнеба и придерживается. То есть на уровне базовых фактов у нас абстрактные объекты не встречаются. Вот, собственно говоря, это все. Угу. Спасибо. А не могла бы ты еще раз показать второй аргумент традиционной интерпретации? Да, так, нет, вот здесь, да. Спасибо. Вот, тут, ну, это просто такое, как бы, принцип контекстуальности тут с принципом композициональности местами перепутаны. Вот восходящее объяснение – это у композициональности, а у контекстуальности – нисходящее. Да? Подожди, сейчас я открою текст, посмотрю. Ну да, да, все верно. Да, они должны быть наоборот. Да, я просто слушал, когда что-то такое. Мне сразу показалось, что это как-то очень странно. Вот, потом посмотрел и подумал, что, может, я неправильно услышал. Ну, в общем, вот. Нет, это я косякнула. Потому что они оба, если их оба сокращать, то они получаются ПК. Ну да, они легко путаются. Я когда начинал читать, сначала думал, что все время о композициональности идет речь, потом внимательно перечитал, оказалось, что там еще контекстуальность. Да, это я косякнула. Я поправлю тогда потом в презентации. А можно такой вопрос? Оля, а почему предложения являются более сложными выражениями, чем имена собственные? А, Дмитрий Владимирович, что вы имеете в виду более сложными? Про то, что я говорила, что имена собственные... В общем, поясните, пожалуйста, про что вы имеете в виду, про сложность? Я имею в виду, что вроде бы говорится о том, что составные части предложений являются более простыми, чем сами предложения, что имена – это что-то более простое, чем предложения. Ну вот мне не совсем это понятно. Ну, это же опять же как раз принцип композициональности, что значение предложения у нас определяется, исходя из значения тех элементов, которые входят в это предложение. А, собственно говоря,
имена собственные у нас являются одним из видов элементов, которые входят в значение этого предложения. То есть для того, чтобы знать значение предложения, нам недостаточно знать только значение имени собственного, которое может в него входить. Нам необходимо знать значение еще остальных элементов, помимо имени собственного, которое входит в это предложение. То есть, грубо говоря, нам нужно знать больше значений для того, чтобы понять значение одного предложения. То есть это сложнее, чем выяснить, каково значение одного элемента, которое входит в предложение, ну, в частности, от имени собственного. Но если рассуждать абстрактно, то элемент может быть сложнее, чем целое, элементом которого он является. Ну, например, человек как индивидуальность сложнее там некоторые группы, в которую он входит. Да, но с другой стороны, если мы захотим определить индивидуальность этой группы, нам необходимо знать больше индивидуальностей для того, чтобы ее определить, всех тех людей, которые входят в эту группу. То есть нам нужно как минимум приложить больше усилий для того, чтобы определить индивидуальность этой группы. Ну, у группы, мне кажется, нету такой индивидуальности, как у индивидуальности. Группа что-то более простое и примитивное. Мне вот пришло в голову по поводу, Дмитрий Владимирович, вашего вопроса следующее. Вероятно, все-таки лучше говорить не о сложности, а о составности. То есть более составным является, естественно, предложение. И вот здесь можно, конечно, задать следующий вопрос. Бывают такие контексты, когда у нас действительно элемент оказывается очень сложным. Например, интенциональные какие-нибудь контексты. Мы можем сказать, что Кабул является столицей Афганистана, а можем сказать, там у нас, значит, Кабул, столица и Афганистан. Три термина. А можно сказать, что, допустим, не знаю, какой-нибудь Иван считает, что Кабул является столицей Афганистана. И здесь вроде как у нас есть Иван, есть считает, и вот это вот, что Кабул является столицей Афганистана, как некоторый целый элемент. Да? То есть мы же туда не можем внутрь заглянуть, это какой-то интенциональный контекст. И там уже референция немножко по-другому работает. Поэтому мы это рассматриваем как нечто целое. И мы можем вполне себе представить такие предложения, где вот это вот нечто целое, что находится в области непрозрачной референции, если так можно выразиться, оно будет намного более сложным, чем сама вот эта вот внешняя, скажем так, референциально-прозрачная структура. Но здесь дело в том, что просто мы имеем ситуацию, когда вот такие вот нетривиальные контексты используются. Да, и Фрейге ведь это тоже описывает, когда он говорит о том, что в косвенных предложениях у нас, например, значение будет уже не истинное значение, а некоторая мысль, которая выражается. Да, ну надо подумать, надо над этим подумать. Еще спасибо. Мне вот не совсем ясной осталась эта третья стратегия интерпретации принципа контекстуальности. Ну, наверное, позже она будет объяснена, раз уж у меня возник вопрос, то я его задам. Вот там говорится, что, значит, абстрактные термины, абстрактные объекты отсутствуют на уровне базовых фактов. Но непонятно, каким образом идет различение между базовыми и небазовыми фактами. И вообще, что под этим подразумевается? Ну вот про то, что такое базовые факты и что под ними подразумевается, Линнеба здесь точно не говорит. Просто говорит, что существуют какие-то более базовые факты, благодаря которым вот это отношение референции у нас появляется. Дать тебе ответ на вопрос, что это за базовые факты, я не могу. Но, по всей видимости, ну, как минимум, в этих базовых фактах не должно быть абстрактных объектов. Если пойти методом исключения, то, по всей видимости, там должны находиться объекты, которые не являются абстрактными. Что такое вообще факт? Как мы его конструируем? Ну, насколько мне кажется, с точки зрения Линнеба, мы его не конструируем. Он существует как таковой. Мне кажется, базовыми фактами, под базовыми фактами Линнеба, возможно, понимает факторы истинности для предложений базового языка. Вот у меня тоже возникло только такое объяснение. Но что тогда будет этими факторами?
Ну, как вот он говорит, что мы считаем, что у нас есть базовый язык, который имеет дело с непроблематичными объектами, ну и, соответственно, эти непроблематичные объекты он непроблематичным образом умеет распределять по объемам понятий, которые в него входят и так далее. Ну, видимо, вот это и есть базовые факты, то, что описывается истинными предложениями базового языка. Ну а если так, то тогда получается следующая неувязка. То есть, ладно, допустим, у нас есть какой-то, значит, базовый язык L0, и мы с помощью нашей функции перевода определяем через его выражение какие-то новые объекты абстрактные. После этого, как он сам говорит, он же применяет, в общем, в его теории допускается применение итеративного принципа абстракции, то есть этот вот язык L1, который мы интерпретировали на языке L0, он может сам стать базовым для какого-то языка L2. И тогда получается, что абстрактные объекты из языка L1 таки все-таки входят в число базовых фактов, или как встречаются на уровне базовых фактов с точки зрения этого нашего нового языка L2. Ну да, и Лина Боже ведь говорит тут, вот прямо на слайде у Оли это написано, более базовые факты, благодаря которым абстрактный терм указывает на объект, не должны включать в себя этот абстрактный объект. Вот когда мы с L2 переходим на L1, то там у нас есть более базовые факты, чем в те, о которых L2 говорит. И в этих базовых фактах нет тех терминов, которые обозначают абстрактные объекты в L2. Дальше мы можем еще ниже спуститься, еще более базовые факты посмотреть, ну и так далее. И вот на 128 странице, где как раз об этом Алина Бо рассуждает, он приводит конкретный пример, он говорит, это вот конец самого первого абзаца, он там пишет, рассмотрим отношение, которое имеет место между мной и банковским счетом, которым я владею. Это не примитивный метафизический факт, что данное отношение имеет место. Вместо этого этот факт имеет место благодаря некоторой комплексной сети психологических и социальных фактов. Вот. И там он говорит, значит, далее, нет никакой причины, почему эти более базовые факты, в силу которых я владею данным счетом, не должны сами должны, точнее, сами упоминать, да, указывать или каким-то очевидным способом включать в себя этот самый счет банковский. Вот. Соответственно, то, что конституируется этими более базовыми фактами, это не только какое-то особое отношение владения, но также и само вот это вот сами вот эти вот части, которые этим отношением связываются. То есть при переходе на каждый следующий уровень абстракции у нас в буквальном смысле наращивается онтология. Ну, естественно, но только онтология наращивается таким образом, что от мира ничего нового не требуется. Вот мир таким же остается, но онтология становится больше. Ну, потому что мир — это, собственно говоря, и есть те самые базовые факты, которые Ну у нас да, так описываются скажем. при помощи на L0. Да, какие-то предельно базовые факты. Вот это и есть мир. А то, что сверху, это мы с помощью абстракции можем надстроить, но оно все в итоге будет сводиться к этим предельно базовым фактам. Ну да, там, кстати, у него где-то есть еще примечание интересное, где он говорит, что он намерен показать, что помимо тонких объектов все-таки существуют еще некоторые толстые. Вот, видимо, это и есть те, которые участвуют вот в этих предельно базовых фактах. Но это выглядит довольно-таки удивительно. То есть мы что-то сделали там с языком, то есть придумали вот этот вот язык,
котором у нас есть абстрактные, ну, то есть термины, обозначающие абстрактные объекты. И в этот же самый момент, получается, мы что-то сделали с онтологией, но при этом ничего не сделали с миром. А тогда... В общем, как это сказать? Об онтологии привычно думать как о реестре того, что у нас присутствует в мире. А если мы можем что-то сделать с онтологией, ничего не делая с миром, только посредством изобретения какого-то нового языка, то что же это такое? Это наша онтология тонких объектов, включающая тонкие объекты. У меня здесь возникает такая идея, может быть, она отходит от Линнеба. Когда мы говорим о толстых объектах, это не онтология, это метафизика. А всякая онтология – это какие-то надстроенные классификации с тонкими объектами. Ну, то есть онтология – это онтология наших теорий о мире, но это не то, что принадлежит самому миру. Самому миру принадлежат толстые объекты, и о них можно говорить лишь на языке метафизики. Наверное, даже не говорить о них, а задавать эти толстые или плотные, как Илья предлагал, объекты. Вот. А потом уже мы можем строить теории, которые что-то с этими объектами делают, как-то их объясняют и производят новые абстрактные объекты для того, чтобы эти объяснения были более удачными, более компактными или еще какими-нибудь. Можно еще добавить, законы наших теорий не есть законы мира с его плотными толстыми объектами. В этом случае можно представить себе философа, который сказал бы, ну хорошо, занимаюсь своими теориями, я хочу знать, что существует в мире, как мне это сделать? Ну, только через онтологии, только через теории, только через эти самые законы, которые не соответствуют тому, что есть на самом деле. В каких-то аспектах, в каком-то отношении законы наших теорий всегда будут расходиться с тем, что есть на самом деле. И онтология именно здесь. Онтология именно там, где мы не доходим до самого мира. Дмитрий Владимирович, продолжая обсуждение гностицизма, можно ли сказать, что онтология – это то, что можно познать, а мир можно только помыслить? Боюсь, Лев, что вы правы. Хотя не хочется принимать подобный вывод. Да, и здесь еще познание становится каким-то очень отходящим от того, что мы обычно под ним подразумеваем. То есть мы познаем только то, что сами придумываем. Да, примерно так и получается. В чем-то Кант, наверное, был очень прав.